Всем привет, меня зовут Михаил Полынцев, я автор туристических маршрутов по Украине и Европе, а также организатор туристического клуба «Непоседы». Сегодня я вам хочу рассказать о достопримечательностях Дрездена и сформировать для вас вот такую небольшую экскурсию по самым знаковым местам этого города и его пригородов. А вообще, я должен сказать, что, как правило, Дрезден рассматривают как город одного дня, потому что действительно историческая часть города не такая большая, ее можно обойти буквально за 2-3 часа не спеша. Но город владеет огромным туристическим потенциалом, поскольку здесь находится множество замечательных, уникальных музеев, которые невозможно посмотреть за один день. Кроме того, вокруг Дрездена множество неимоверных туристических локаций, о которых я вам хочу рассказать. И в будущем вы сможете сформировать свой маршрут по Саксонии на 3 и даже 4 дня. Ну что, поехали! В 25 километрах от Дрездена на реке Эльба находится город Мейсен. Это очаровательное место известно прежде всего как родина знаменитого мейсенского фарфора. Символ города – величественный архитектурный ансамбль замка Альбрехтсбург. Строительство замка началось в 15 веке, когда Саксонией правил курфюрст Эрнест совместно со своим младшим братом Альбрехтом Смелым. Альбрехтсбург – первый замок в Германии, построенный не как военный объект, а как резиденция монарха. В 1710 году король Август Сильный основал в замке первую европейскую мануфактуру по изготовлению белого фарфора. Это стало возможным благодаря изобретению, сделанному в 1708 году алхимиком Иоганном Бёдгером. Открытие белого золота имело огромное научно-экономическое значение для Саксонии, положив конец китайской монополии на рынке изделий из фарфора. На заре своей деятельности мейсенская мануфактура специализировалась на производстве красной керамики, причем некоторые изделия маркировались китайскими символами. Только в 1713 году в ассортименте изделий мануфактуры появились вещи из фарфора. А в апреле 1723 было выпущено постановление, согласно которому все изделия мейсенской мануфактуры стали маркироваться специальным защитным знаком. Производство знаменитого мейсенского фарфора находилось в замке до 1863 года, после чего оно было перенесено в центр города. Сегодня в замке открыт выставочный зал, посвященный 300-летней истории развития европейского фарфора. Стены и потолки многих залов украшены замечательной росписью, изображающей сцены из истории Саксонии. Несомненно, заслуживает внимания примыкающий к замку собор мейсенского епископства. Первая резиденция епископов была основана здесь еще в 968 году. Строительство нынешнего готического собора началось в 13 веке и продолжалось до начала 14 века. Стоит отметить, что двойные шпили появились у собора только в 1909 году. Вот как раз на архивной фотографии можно увидеть собор без этих двойных шпилей. Мейсен стал одной из локаций, где снимали легендарные кадры советского сериала «17 мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой по одноименному роману Юлиана Семенова. Военная драма о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии, снималась с 1971 по 1973 год. Сцена, где профессор Плейшнер приехал в Берн по поручению Штирлица установить связь и идет на конспиративную квартиру, затем закуривает сигарету у парапета с видом на черепичные крыши, снималась на мосту замка Альбертсбург. Thank you.
От замка к реке спускаются узкие улочки со средневековыми домами, на первых этажах которых расположились рестораны, магазины фарфора и сувенирные лавки. В витринах пекарен можно увидеть символ Мейсона – мейсонский фуммель. Он был придуман как тест-драйв для перевозчиков мейсонского фарфора. Доручали перевозку драгоценного груза только тем, кто сможет сначала довести до Дрездена повозку с очень хрупкой выпечкой. Полчаса езды по уютным немецким деревушкам, и мы оказываемся у самого сказочного замка Саксонии, замка Морицбург. В 20 километрах от Дрездена находится загородная резиденция династии Виттинов – замок Морицбург. Поначалу это был охотничий замок, а в 18 веке по приказу Августа Сильного замок перестраивают. Соединяют озера, вследствие чего замок оказался на острове. Вокруг разбивают обширный парк. Славился замок охотничьими угодьями и огромной коллекцией охотничьих трофеев. В собрании замка находится великолепная коллекция мейсонского, китайского и японского фарфора. Здесь находятся две китайские драгунские вазы, вымененные Августом Сильным у прусского короля на целый полк драгун. Замков в Европе, конечно, великое множество, но этот особенный. Его узнает большинство детей, рожденных в СССР. Ведь именно Морицбург выполнил роль королевского дворца в чехословацкой сказке «Три орешка для Золушки». Этот фильм был снят в 1973 году. В основу была положена сказка «Золушка» в интерпретации Бажены Немцовой «Три сестры», которая отличается от классической версии тем, что Золушка обретает свое счастье не с участием феи крестной, а при помощи трех волшебных орешков. У стен замка Морицбург ты как будто на машине времени попадаешь в счастливое и сказочное детство. А я прощаюсь с вами. Подписываемся и до встречи!